Всем привет! С вами опять Марта и Тройка. И сегодня у нас прыжки в длину. Имена участников вы видите на экране. Интересный факт. Лифион у нас ранее участвовал во второй игре. Правда, никто не знает, как Лифион научился. Так, циц! На сцену выходит... Рарити! Неплохой прыжок, но мне показалось, или Рарити использует магию? О, нет, Марте это не понравится. И я была права, Рарити заслуживает дисквалификации. А следующая у нас... Пар-па-пам! Шестерка! Ну, прыгай, шестерочка. Я в порядке! Невероятно! Расстояние 60 метров! Посмотрим, что другие могут показать. 2 метра. 4 метра. 30 метров. Еще раз 30 метров. 20 метров. Еще раз то же самое. 40 сантиметров. Вы серьезно? Ладушки, подведем итоги. Числовые кубики получают золотую медаль. Серебро получают Макарио и Амиго. А бронзу получают Коннор и Энтони. А мы скоро увидимся. Продолжение следует.